Экстрамодес это в смысле? А где тут плей? Сервер хочу. Подожди, а биг сервер просто, смотри. Надо 8 винсов. И... О, хорошо, вот про это я говорил. А, давай на большой сервер пойду. А, там, где я только 5.0, я то что-то буду ходить обязательно, да. А, это типа игроки, блин, как круто сделано. Так, мне бы навык купить, потому что тот навык, который мне сейчас самогаш не нравится, но может чуть-чуть покруче. А вот этот перк ничего, 15 перков. Ну он классный, типа мехиль класс вообще. Вот. Защита нет, оскорбление. Это сука. Называется, не знаю, атака вообще должна была быть. Типа движение, атака, защита. Нет, что-то оскорбление. Ой, еще ни разу не играл на такой сложности. И разминочка. Короче, какой-то ко мне негр подошел, меня типа лушил, я хочу себе такую же шнял, а это имба вообще. Вторая прошла чемпионка не будет, то что я 5-звездочный гонщик. О, блин, нет. Фигня, фигня, я расстроен. Реально, я, короче, буду оскорбление выбивать до того момента, пока не выбью этот шнёк, который оглушает чела, что это реальный бонус будет. Круф.
А меня это дамажить будет или нет? Простите, конечно, но... вот, например, вот эта шняга, по-моему, там курочка и шняга, меня будет дамажить. А это меня будет дамажить или нет? Типа... врагов. То есть я сам для себя враг. Короче, было к лаву, меня вечно какая-то фигня толкала в лаву, и я миллиард раз мог в ней упасть, но чудом не падал. Жесть. Это было очень сложно, понятно. Я не понимаю, тут то дорожает, то не дорожает. В смысле, странно как-то. Защита. Ну это давно. Вроде, кстати, это я знаю, что типа рыбу вперед, ну прикольно. Я даже могу типа это заменить рывком вперед. То есть либо рывок вперед, либо вот этот. Прикольное решение. Вообще не дичь.
ВТП, что за фигня? Есть несколько приключений. Либо это просто один из видов бомб, который маскируется под монету, либо это сделал игрок. Возможно, это сделал игрок, потому что я видел, что тогда был игрок у какой-то монетки, он и не подобрал. И очень интересно. Если это сделал игрок, то это имба, и обязательно будут ее использовать вместо вот этой фигни. И реально, эту фигню вообще не используют. Иногда они... Ну да, вообще... Он сейчас меня спасает. Хочется какой-нибудь такой воинственный фигни, чтобы тебя убивать. Я умер или выиграл? Бонус стрик. Но вы или выигрыш? Понятно. What the fuck?
что делать? Это должно было быть отлично, но я ничего не понял. Ой, камера вернулась. What the fuck? Короче, я... Ну, если я понял, что по факту выиграл, конечно. Ну как? По факту я мог там и давно... Блин, реально бред какой-то. Это было прикольно. У меня, кстати, такие фигни есть в читах. Прикольно выглядит. Так, ладно, кстати, поизучить лобби. Это чё? Ладно. Только хотел сказать о том, что может быть в лобби может где-нибудь зарабатывать вот это. Не, наверное, по карте разбросаны только для одного типа игрока, но он видит типа. И можно их так все карты сделать, они просто равно спавнятся. Знает игру, которая по типу этот Destruction Effect этот, и который играл дофига лет назад, и короче также надо было запаркурить, и вот это считай то же самое. Тут, а нет, дальше паркур получается, офигеть. Паркуримся. Что за фигня? Хотел на ту шнягу типа запаркурить, я короче тут мне какая-то шняга, если не ошибаюсь, влетает, она меня типа сбивает, я прямо в лаву использую способность, и вот так еще какое-то говно происходит, меня в лаву кидает. Боже, я вроде что-то сбила с ног. Какого фига? Йоу, я говорю, устойчивость против лавы — это самое имбовое, что тут есть.
Либо о том, что мне надо сейчас это запаркурить. Блин, ну это реально фигня. Я хочу еще, кстати, посмотреть, сколько против вот этого лавая фигня стоит. Так много, я думаю, намного меньше. Я, наверное, кстати, это, вот это куплю. За кристаллы или за деньги, вот. Ну, конечно, хилиться тоже классно. Ну, блин, глянь, это имба, то есть. И кинет лаву не будет еще профиль. Ну, и, конечно, тогда желательно какой-нибудь перк, в котором я хилить будет, но посмотрим. Реально, лава меня моментально, то есть, убивает, понимаете? Вроде завязалась суперсила, она почему-то не завязалась. Я из-за этого упал нафиг сюда, и теперь жопа вообще кает. Понятно, это нас игрок заморозил. Тоже, кстати, имба. Спасибо тебе, добрый челик. Мне челика, но я бы умер. Я не знаю. Я даже не видел, куда я прыгаю, боже! Я так надеялся, что... Не, ну я знаю, что там лава, но я не думал, что я прям лава, прям так... Ну, я лав. Пойду прям идеально мне. Тогда я мне кристаллик, я реально хочу защиту против лавы. У меня минимум половина всех смертей, я думаю, больше часть половины всех смертей уже от лавы. Это и да, он скажет, боже, как точно кристалл заработать. Если понимаешь, что это невозможно Может, зомби-бомбы были в этом.
А, это игроки отталкивают, я понял. Ну, какие-то имбоушники, вообще они попадаются. Опять суперспособный завязал слишком поздно. И когда прыгнул, я ее сразу завязал, а я уж когда чуть нафиг плаву не приземлился, у меня завязала. Спасибочки, игра. То есть, блин, если это игрок так отталкивает, то это реально слишком имбово, я обязательно себе попытаюсь это убить. Я могу эту награду взять или что? Мне не нравится. А, сбор наград. Неупорность, все имба, я обязательно возьму. И хилинг, ладно, еще пофигу, честно. Ура! Все, лава, по идее, теперь могу не бояться. Это, по идее, навсегда имеет, допустим, не 20 секунд лава вообще, то есть я тупо могу нафликсить. Надо на всякий случай прочитать. А, ну это у меня теперь нет джемпера в высоту. Блин, прикольно. Тут реально все такое прикольно было. Так, стоп, где это вообще? Вот, не получить урон на горящей частей и выживаете дольше в лаве. Дольше, в смысле, потом доможете убить или что? Нет, потому что, типа, не буду получать урон от горящей частей, допустим, залез в лаву, у меня там какая-то такая полоса, типа, будет, то что, допустим, ну, уменьшаться, уменьшаться. В смысле, о чем мы вдвоем с челом мотались? Алло, где вообще? Алло! Короче, это последняя катка, буду на другую катерю, где больше людей, реально, так неинтересно.
Я тогда чуть не убила, в смысле? Мне кажется, ненормально быть таким игроком. Короче, в лаву не стоит попадать, но если я в нее попаду, то я не умру. Но буду на грани смерти.
слишком мало, и это даже скучно.
А где магазин-то? Видимо, там был отравленный кусок пиццы, типа я могу фейковую пиццу положить, допустим, человек Малхапан захочет отхилиться, а это фейк. Фигеть круто. Я правильно понял, там у одного человека был такая шняга, типа он UZ, и сам себе, ну, бонусные вот эти вот кредиты делали. Если это правда, то это круто, я хочу себе. Только в каком-то перке защиты, не знаю. Ладно, еще я не знаю такой перк, но не раз видел, типа челик подходит, вот такая шняга, короче, появляется, и там плюс дофига хп. И вроде как этому, ну, вроде самому челику это восстанавливает. Вот, и из-за этого я тоже хочу, это вообще имба. Вот я там еще какой-то шняга, типа, буду читать, это понятно, щит. Может и нет, может и...
Сейчас скорую сделать быстрее, типа, то есть скорую тоже прикольная, но я тут есть. Надо пусть. Да, ты уже челика видел, допустим, если ты упал вау, хайпово. А, да, точно, сейчас сразу убил. Но все равно прикольно. Чё? Это игрок сделал? О, спасибо. Почему мне, у меня нет таких крутых шняк, чтобы я мог толкать, вот это все. Вот это мне желательно. А, подожди, защита? Это вот это типа защита бьет? Серьезно? А это что, вообще телепорт нафиг, офигеть. А, это капкан тоже вкусный. Yeah.